Господи, Сыне Жителю, и за рабом Твоим Моисеем во исходе Израиля от Египта, и во освобождение людей Твоих от горки и работы фараоновых, Агнца за власти повелел Еси, прообразуя на кресте закланного волю нас, деле ангела, землющего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты ныне смиренно молишься, призван на смерти, и благослови, и освети его, ибо и мы, рады Твои в честь и славу, и воспоминания славного воскресения Того же Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Им же от вечной работы вражи и от адовых невыносимых уст разрешения. Свободу и привидение получиха при Твоем величеством ныне во все светлости прахы славны и спасительный день Пасхи сей приносит. Нас же, всего приносящих и того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быть и сотворить, и всякую болезнь и недуг от нас Твоими силою отженить. Здравие всем подавая, Ты во Иси источник благословения и сыльбам подарки, и Тебе славу восставая, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Благословляйся, освящайся авторские и окропления в обители освященные. Во имя Христа.